Автодром – традиционно один из самых зрелищных этапов Олимпиады профмастерства водителей. Он же заключительный и самый трудный. Между стартом и финишем 12 упражнений. Трассу ребята видят впервые, как, впрочем, и железного коня ГАЗ-3307. Именно на нем конкурсантам предстоит показать свои умения. Однако первый заезд совершает мастер. В руках профессионала неповоротливый грузовик на глазах превращается в маневренное авто. Опытный водитель безошибочно проходит трассу за 3 минуты 44 секунды. Это и есть результат, на который предстоит ориентироваться соискателям на победу. Первым, согласно жеребьевке, за руль садится студент из Макарьева Вячеслав Иванов. Водительскому ремеслу он учится 3-й год. Старт дан и время пошло. Позади остаются габаритный коридор, восьмерка, бокс, парковка. На финише секундомер показывает больше 9 минут. Своей ездой первопроходец недоволен. Стойки задевал, за линии заезжал, путался, куда ехать. Первый просто как-то сложно, переволновался. За каждое нарушение штраф, сбил или задел стойку – -1 балл. Не убрался в габариты стоянки – -5 баллов. А вот за каждый верно пройденный этап ставится твердая пятерка. Недочеты соперников не ускользают от взгляда ребят, которые ждут своей очереди, чтобы сесть за баранку. Кто-то изрядно нервничает, кто-то скрывает волнение и полагается на свой, хоть и небольшой, но опыт. Волнения нету. В конце концов, только это всего лишь конкурс, не убьют же за это. Мы, естественно, тренировались у себя там дома. Вот, то есть, ну, у нас поменьше была, то есть у нас более маленькая площадка. Но все вот эти упражнения мы отработали. Слабые места своих воспитанников на трассе подмечают и наставники конкурсантов. Бывалые водители знают, залог успеха в такой борьбе – спокойствие и только спокойствие. У кого нервы крепче, тот и выиграет. Может быть, даже он немножко не совсем подготовлен, но то есть он справится. Даже вот по экзаменам ученики, которые хорошие, хорошо владеют, но если нервы у них сдают, все, провал. Каждый заезд судит строгое жюри в составе 6 человек. Среди них представители госавтоинспекции, департаментов, водители автотранспортных предприятий Костромы. Уровень подготовки конкурсантов «Ариапак» оценивает довольно высоко. Видно сразу, что кто-то из ребят очень активное внимание уделил подготовке. Очень хорошо выучил техническую часть, теоретическую часть. Видно, что кто-то из ребят показывает более высокие навыки вождения на автодроме. Скорость приличную показывают. Ну, желаем удачи ребятам. Удача улыбнулась студенту Костромского автодорожного колледжа Эдуарду Смирнову. Именно он стал победителем Олимпиады и представит наш регион на заключительном всероссийском этапе, который состоится весной. Любовь Кулагина, Дмитрий Постников, телекомпания «Русь».